Фантастика. Это же мы вот тут не ходили на завод. Чтобы мы знали, что сегодня вечером это самый святой день в год в нашем календаре. Сегодня каждый еврей ходит в синагогу. Завтра каждый еврей ходит в синагогу. Мы соблюдаем пост. Не потому, что это траур, как другие посты, которые есть у евреев. Этот пост отличается от всех. Amen.